Всем привет, мы находимся в салоне All Time, и в этом выпуске поговорим о часах с сапфировым стеклом. Поехали! Оказалось бы, все очень тривиально, да? Если часы, то стекло, но в данном случае мы обсуждаем именно сапфировое стекло как некий высший уровень данного конкретного элемента часовой индустрии. В принципе, к драгоценному камню он имеет некое отношение, хотя бы то, что является кристаллическим оксидом алюминия. Прямо сейчас немного такой заумной информацией. Одной из разновидностей корунда. А отличается искусственным происхождением. Если там надо было добывать, то здесь благодаря французскому химику Агюсту Вернелю в 1904 году получилось научиться синтезировать вот подобный материал. И этот материал обладает полной 100% прозрачностью. По строению это монокристалл, который получается в результате плавления оксида алюминия в пламени водородно-кислородной горелки и последующего осаждения капель, каковы охлаждаясь и образуют кристалл. Сначала нагреваем, потом, соответственно, охлаждаясь, получаем вот такую вот невероятную красоту, ну и в то же самое время прочность. Синтетические сапфиры их потом, знаете, нарезают на тонкие, нужные толщины листы. Вот, пожалуйста, готовое сапфировое стекло. Вернее, заготовки, из которых потом изготавливают стекла для часов и других приборов. Ну и самое интересное, что помимо 100% прозрачности, сапфир очень твердый, и он уступает только алмазу. Есть такая специальная шкала Мосса. И вот, пожалуйста, сапфир 9 против 10 у алмаза. Поэтому, когда идет процесс нарезки, то нарезают алмазным инструментом, потому что только алмаз крепче сапфира. Ну что же, в этом выпуске у нас часы исключительно сапфировыми стеклами, поэтому прочные, прозрачные, удароупорные для, в том числе, людей, которые ведут активный образ жизни. Начнем с часов от бренда TAG Heuer. Кстати, интересный факт. В 1916 году Шарль Агюст, наследник Эдуарда Хойера, задался целью повысить точность хронографов, и в результате чего на свет появились 4 модели. Первые механические часы с точностью хода 1/100 и 1/50 секунды. Эти наработки не остались без внимания, и Хойер стала хронометристом Олимпийских игр в Антверпене 20-го года, Париже 24-го и в Амстердаме 1928 года. Ну а в данном случае это модель, которая называется Aquaracer Professional 200. Часы-хронограф с секундомером. Циферблат в данном случае выполнен у нас с накладными метками различной формы, причем абсолютно различные формы, диаметрально они одинаковые, а так как от каждой следующей меточки есть какое-то различие по форме. Метки и стрелки, они с люминесцентным покрытием, которое светится в темноте, даже если совсем недолго они как бы побывали на свету. Что касается окошка даты, оно находится прям буквально-таки на месте 12-часовой метки. Если 12 число, то повезло. А если любое другое число, то здесь главное не перепутать. И надо помнить, что здесь как раз-таки именно оно. Это дайверы. Конечно же, здесь есть безель, который вращается в одном направлении. Но он здесь еще, видите, с гранями. Не просто такой классический круглый, он все-таки имеет свою какую-то геометрию. Поэтому, если кому-то не хочется прям таких округлых часов, вот, пожалуйста, есть что-то такое острое. Чем острее, тем быстрее. Браслет у нас трехрядный, и здесь у нас есть комбинация и невероятной полировки, очень такой нарядный, плюс еще и матовые элементы также присутствуют. Собственно, подобное же можно наблюдать и на корпусе. Вот даже если мы посмотрим на кольцо безеля, вот фронтально оно у нас с вами матовое, но если приглядеться, есть фаски, которые, конечно же, светятся. Потрясающе, конечно. Механизм здесь кварцевый. Стекло, безусловно, сапфировое. И опять-таки, сапфировое стекло, оно здорово смотрится вместе с общим таким металлическим стальным стилем этого изделия. Диаметр 40 мм. Они дайверы, но при этом они все-таки не громоздкие. Бывают и побольше. Очень такой интересный, в какой-то степени даже элегантный городской стиль. А если вы все-таки грезите морскими глубинами, специально для вас цвет циферблата, вот опять-таки отдает какими-то оттенками синего, голубого, такой серо-голубой. Продолжаем обсуждать часы с сапфировыми стеклами. Бренд Tiffany нам предлагает вот такое невероятное решение.
Очень элегантно, очень стильно, дорого-богато. Кстати, некоторые модели часов Titan имеют свои маленькие истории. Одни часы помогли выиграть битву при Аламайне. Другие помогли выжить британскому полковнику, который пропал без вести в джунглях Бармы. Китайский политический деятель Ляо Цзяхао обладал часами Титани, которые сейчас хранятся в Пекине, в музее революции, даже так. Ну и на циферблате что мы с вами можем видеть? Ну, такой классический белый цвет, да? Белый, может быть, слоновые кости, в зависимости от освещения. Дальше на 3 часа классическое решение с точки зрения даты и только даты. И чтобы не отягощать лишними элементами, такое движение к минимализму своеобразному, секундная стрелка вынесена на отдельный циферблат в районе 6 часов. Часы называются Space Star. Здесь можно либо знать историю, можно пофантазировать, почему Space, почему Star. Но светятся они, конечно же, как такая своеобразная звезда в небе. Заводная головка в тон маркировки выполнена также в желтом цвете. И для того, чтобы понять, что это механические часы, если вам хочется понаблюдать за работой калибра, можно посмотреть это на задней крышке, которая выполнена из стекла. Не поверите, также сапфирового. Ну и что касается габаритов, очень часто в комментариях просите указать вот именно габариты конкретного изделия. Да, я не маленький такой мужчина, поэтому на моем запястье все смотрится относительно миниатюрно, но точность специально для вас. 40 мм габаритные размеры, диаметр этих часов и толщина всего лишь, ну вот чуть меньше 9 мм, поэтому они действительно очень и очень миниатюрно смотрятся на вашем запястье. Ну, я знаю, что очень многие любят вот эти золотые часы, но в какой-то момент настолько много было золота, что смотрелось даже слегка вульгарно. В данном случае вот здесь бренд Titani, вот прям вот не, даже не по грани. Ну, вот все очень гармонично выполнил, поэтому здесь вот желтые элементы смотрятся именно как дизайнерский такой вот акцент. Итак, сапфировые стекла у различных брендов. Вообще, конечно же, повсеместно и абсолютно неспроста, потому что и прозрачные, потому что очень крепкие, потому что очень твердые и очень стильные, как у Арман Николе. Кстати, про Арман Николе. Еще в 7-летнем возрасте Арман Николе с абсолютной точностью, без каких-либо чертежей, собрал часы из шестеренок и колесиков. Прям кто-то в бирюльке играл, а вот Арман Николе взял и часы собрал. А в 20 открыл собственное часовое ателье. И хотя с тех пор во главе Арман Николе друг друга сменили несколько поколений потомков основателя бренда, до сих пор, как сказал когда-то генеральный директор компании Рональдо Брага, здесь делают часы так, как это делал Арман. Только абсолютно механические калибры, только индивидуальные механизмы, только до совершенства отточенные детали. Такие часы просто не могут выпускаться многомиллионными партиями, и в данном случае точно такая же история. Здесь коллекция, в которой универсальность, комфорт и стиль представлены в их высшем, посмотрите, выражении. Швейцарский механический механизм, конечно же, очень стильный гильотинированный циферблат, везде метки в виде штрихов, кроме, конечно же, 12 часов. Что касается окошка даты, оно в противовес такой диаметральный находится в районе 6 часов. А сам по себе циферблат и, конечно же, стекло антибликовое делают эти часы очень и очень читаемыми. Что касается сапфирового стекла, оно не только у нас на циферблате, но и задняя крышка также выполнена из сапфирового стекла для того, чтобы мы с вами понаблюдали, как работает калибр. И дальше посмотрите, вот очень, очень интересная задняя крышка, вот этот своеобразный ободок, он как будто бы представляет собой тоже шестеренку. Корпус браслета у нас стальной, по большей части он матовый, но есть такие глянцевые элементы. Что-то подобное можно наблюдать также еще и на метках. Сталь 316. И наша любимая тема, как это все смотрится на запястье и какие габариты у этих часов. Диаметр 41 мм, толщина 12,5 мм. Смотрится очень и очень строго в какой-то степени. Строго, но при этом со своей изюминкой, со своей фишечкой. И, безусловно, они очень-очень наглядные, в том числе благодаря сапфировому стеклу с антибликовым покрытием. Сапфировое стекло – это не только для красоты. Это, конечно же, еще и для функциональности. Поэтому там, где появляются часы, которые летят далеко, высоко и достаточно быстро, как элемент сапфировое стекло просто обязано быть. Мы, конечно же, говорим об авиаторах.
Кстати, интересный факт. Я думаю, что все вы хорошо знаете, а я все равно еще раз об этом скажу. Авиаторы изначально базировались на механизме Советского Союза полет. И сегодня все часы оснащены швейцарскими сверхточными механизмами. И в данном случае здесь у нас с вами эти часы не исключение. А часы сами по себе достаточно интересные. Есть на ободке керамическая вставка. И есть еще кольцо, которое вращается. И кто-то, может быть, интуитивно подумает, что «безель вращается». Но в данном случае все-таки авиаторы, если вы обратите внимание, когда мы вращаем вот это кольцо, вращается внутри еще некая шкала, на которой мы с вами видим упоминания и названия различных географических мест. Поэтому в данном случае у нас с вами есть различные функции, а также еще мы можем наблюдать различные мировое время. Так что если вы путешествуете, а авиатор – это, конечно же, часы для путешественников, то, собственно, знаете, какое время находится в каком-то другом регионе или городе. В районе 9 часов, посмотрите, желтая стрелка, и там рядом даже написано, переверну, home time, ваше домашнее время. Поэтому где бы вы ни путешествовали, есть как минимум два времени, которые вы можете наблюдать. Ну и огромное количество часовых поясов, которые демонстрируют вам эти часы. Корпус в данном случае стальной и очень стильно смотрится и так переливается и играет вместе с циферблатом зеленым. Также еще и зеленый под рептилию ремешок с очень элегантной белой строчкой. Белая строчка как будто такое своеобразное продолжение стального корпуса. Ой, керамическая вставка вот здесь так интересно играет на свету, прям такие солнечные лучи здесь у нас с вами появляются. На самом циферблате нет, а вот на элементах, которые находятся на корпусе, конечно же, да. Большая крупная заводная головка и, ну, в принципе, не сказать, что прям что-то сверхъестественное находится на задней крышке, что там есть какая-то гравировка специальная, часы кварцевые, поэтому смотреть, конечно, нечего, но при этом при всем основные функции нам очередной раз напоминают о том, что мы с вами можем наблюдать мировое время. Диаметр 43 мм, они достаточно крупные, и 11 мм толщина. Ну, такое, такие вот часы все-таки для мужиков. Вот бывает для мужчин элегантные городские, а здесь прям для первопроходцев, испытателей, покорителей земли и неба, конечно. И еще один представитель семейства часов швейцарских, которые идут вместе с сапфировыми стеклами, это бренд Carnavin. Кстати, там какая-то загадочная история есть, потому что, в принципе, никто нигде не пишет, даже на собственных сайтах. Ну, нет точной информации, вообще, на самом деле, просто сплетни. По выпуску часов Carnavin в Советском Союзе. Где-то пишут, что какую-то обанкротившуюся компанию выкупило советское государство. Где-то пишут, что официально никто кому ничего не продавал, что в Советском Союзе выпускали просто реплики. В общем, темная, но интересная история. Но в любом случае, советские карнавины экспортировались по всему миру, от стран соцлагеря до Кубы и Латинской Америки. Такой вот советский карнавин. Их история закончилась с распадом СССР и советского часопрома, часовой промышленности, ну как распада, просто такая трансформация была в 90-е, слегка затянувшаяся. В 90-х в продаже остались только старые советские запасы, а зарубежные коллекционеры рассказывают, что в те же 90-е годы покупали новый карнавин швейцарского производства. Ну а современные, конечно же, это Swiss Made, поэтому мы с вами сейчас обсуждаем швейцарские часы лимитированной коллекции, всего лишь 999 единиц есть вот этих часов, так что поторопитесь, хотел сказать. Все часы Carnavin, они идут классические для бренда, 41-миллиметровый восьмиугольный безель, диаметр 41, и вот, пожалуйста, тот самый восьмиугольник с болтами, смотрится, ну, достаточно брутально. Брутально, и плюс еще это не бронза, это именно розовое покрытие, и очень здорово оно смотрится вместе с общим таким зеленым цветом и циферблата, и также еще удобного каучукового ремешка. Что касается циферблата, он такой круглой формы, и здесь посмотрите, соты есть, которые интересно переливаются абсолютно на любом освещении. Сам по себе блеск дает еще и корпус, плюс еще и какое-то интересное свечение мы с вами получаем на циферблате. Стрелки выполнены в стиле батон. Метки у нас в виде штрихов и только вот, пожалуйста, 12-часовая метка в виде большой
достаточно наглядной арабской цифры. Все стрелки имеют люминесцентное покрытие суперлюминова. Окошко даты у нас располагается в районе 3 часов. Собственно, там же с небольшой защитой располагается также и защита заводной головки. За счет того, что здесь нет округлых форм, здесь есть вот этот классический для карновина восьмиугольник, есть легкая брутальность вот в этом образе, поэтому ну, для тех мужчин, которым, с одной стороны, не чужда романтика, но с другой стороны, которые готовы принимать серьезные мужские решения. Но при этом во всех моделях, вне зависимости от того, какая форма, какое назначение, какой бренд, какая страна, хотя зачастую, конечно же, Швейцария, используются именно те самые сапфировые стекла. И достаточно прозрачно, и, конечно же, достаточно прочно. Здесь, конечно же, не только в сапфировом стекле есть загадка и есть нюансы. Конечно же, в каждом следующем бренде можно найти массу всего интересного, помимо сапфирового стекла. Что нашли вы в каждом следующем предложении? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам интересна ваша обратная связь. Вообще нравится с вами общаться, нравится с вами знакомиться. Пишите, ваши комментарии мы читаем. Обязательно подпишитесь на канал, не пропустите следующие видео. Поставьте лайк, если вам понравилось. Поставьте лайк, даже если вам не понравилось. И не пропустите, мы обязательно что-то интересное для вас приготовим. All time, мы увидимся. Пока-пока.